Поясніть, будь ласка, позицію України в Раді безпеки ООН. Мою позицію або позицію України? України. Уточнюють. Поясніть, будь ласка, позицію України в Раді безпеки ООН. Україна во время голосования исходила из интересов государства Украины, из-за того, что она боялась, что она потеряет поддержку 14 стран. С другой стороны, нужно понимать, что это голосование было продиктовано абсолютно из Госдепа США. Первая резолюция была подана господином Трампом, была подана Египтом, и господином Трампом было отозвано его ближними людьми. После чего действующая администрация перепадала тот же самый текст, подписав у 4 стран. Вместе с этим я персонально, и они настояли на таком голосовании и таком результате. Но я лично персонально очень расстроен таким результатом, и сейчас вместе с группой депутатов мы подписываем заявление с тем, что позиция, которую показал МИД, это не позиция всего народа Украины. Израиль, она дружеская страна, и никакие высказывания или отмена визитов не испортят наши дружеские отношения с еврейским народом, с еврейской общиной, с государством Израиля. Мы на своем уровне будем развивать отношения. В связи с чем, кстати, хотел поздравить всех с прошедшим Рождеством, с идущей Ханукой и с наступающим Новым годом.